Thank you.
Уходи скорее. Ужас ждет в этом тумане. Многие пошли в темную долину. Но любая отвага бессильна против врага, что путь стережет. Я не знаю, но никто сквозь него не прошел. Алдуин в его ненасытном голоде охотится на души, заплутавшие в этой мглистой долине. Ты можешь провести меня к чертогу Шора, который давно уже ждет и зовет нас? Ты не знаешь, что привело тебя сюда? Наверняка тебя вели сны. Зал доблести, где герои ждут Шора, чтобы пойти за ним в последнюю битву. Я ясно видел его, когда впервые пошел по этому пути. Боль и страх ушли прочь, будто сон и видение манило. Чертог Шора, он мерцал за темной долиной, но надежда потухла в глубоком тумане, и взор мой затмился. Я утратил путь и брожу без цели. Торопись! Не дай Алдуину лишить тебя жизни. Отнеси в зал Шора весть о нашей судьбе. Я постараюсь держаться за тобой. Быстрее, пока этот туман не затянул меня снова в сети пожирателя мира. Когда я очнулся от хладных объятий смерти, злой рок оставил меня. Впереди были чертоги Шора, о чем я всегда мечтал. Но теперь я скитаюсь, усталый и потерянный. Алдуин охотится на меня, как когда-то мы охотились на дичь. Тяжкая расплата за пролитую кровь. Поворачивай обратно, пока он не нашел тебя! Берегись! Пожиратель мира ждет в тумане! Ты знаешь дорогу. Я устал и не знаю пути. Берегись! Пожиратель мира ждет в тумане!
Что привело странников в Совангард, душ пристанище, достойным мертвым Шоровдар? Судьбоносное дело. Многие рвались сразиться с червем, когда он впервые поставил на души силки на пороге Совангарда. Но Шор удержал наш гневный порыв. Возможно, премудрый прозрел твой удел. Не тень ты, что обычно здесь проходят, но живая душа, что осмелилась вступить на земли мертвых. По какому праву ты хочешь войти? Давно я не видел героя драконьей крови, ведомого судьбой. Живой или мертвый, по завету Шора, никто не пройдет по этому мосту, пока я не оценю его воинскую удаль и не сочту достойным. Рода! Долго я не такого достойного противника. Велика, достойна меня. Давно уже живы. Ходили сюда. Да хорошо, и до Шор на твоем пути. Шор благоволит тебе, Довокин. Зал доблести, услада сердец ждет. Добро пожаловать, Довокин. Никто не входил в эту дверь с тех пор, как Алдуин поставил тут свой капкан для душ. По воле Шора мы вложили клинки в ножны и не пошли в долину темной мглы. Но трое ждут твоего знака, чтобы обрушить свой гнев на злобного недруга. Гормлейд — бесстрашная, преданная битве. Хакан — благородный, с тяжелой рукой. Фелдир — старый. Провидец мрачный. Трое ждут твоего знака, чтобы обрушить свой гнев на злобного недруга. Далек был твой путь, велики испытания, чтобы вкусить услады Совангарда. Не стоит ли нам звоном стали рассеять сгущающиеся тучи? Воистину, пусть ярость битвы развеет наши печали. Ух!
прекрасная битва, друг. Трудно устоять под твоим натиском. Залечим раны добрым глотком меда и дружеской беседой. Неужели никто так и не бросит вызов Алдуину? Не мучай себя. Твоя честь не запятнана. Лишь по воле Шора мы вложили мечи в ножны. Хочешь пировать или петь? Что ищешь? Битву, мед, дружбу или сказание о славных делах? Войди в этот зал и согрей свою душу. Давакин, ты хочешь наконец очистить Совнгард от гнусной мглы Алдуина? Выпей, Давакин, за смерть и славу. Прекрасная битва, друг. Трудно устоять под твоим натиском. Залечим раны добрым глотком меда и дружеской беседой. Хочешь пировать или петь? Что ищешь? Битву, мед, дружбу или сказание о славных делах? Войди в этот зал и согрей свою душу. И мгла не остудит сердце мое надолго. В благословенных чертогах Шора, где нет места тени. Сила Шора защищает этот чертог, но вне его страх. Принесенный Алдуином. Давакин, ты хочешь наконец очистить Совнгард от гнусной мглы Алдуина? Мои ученики все еще идут по трудной дороге, ибо путь голоса ни широк, ни легок. Но если сойдешь с дороги мудрости, трое ждут твоего знака, чтобы обрушить свой гнев на злобного недруга. Хочешь пировать или петь? Что ищешь? Вид, мед, дружбу или сказание о славных делах? Войди в этот зал и согрей свою душу. Наконец-то! Теперь мы сможем покончить с Алдуином. Скажи только слово, и мы с легкими сердцами пойдем и сразим червя, где бы он ни был. Стойте, друзья! Давайте посоветуемся, прежде чем слепо бросаться в бой. Туман Алдуина не просто... Хочешь пировать или петь? Что ищешь? Его щит и плащ. Дружбу или сказание о славных делах? Но собрав четыре голоса, нашу общую доблесть, мы сможем развеять туман и вызвать его на бой. Фелдер мудр, трусливый пожиратель мира, боится тебя, Давакин. Мы должны разогнать его туман, кричать вместе, а затем обнажить клинки в отчаянной битве с чернокрылым врагом. Бой, друзья мои! Пусть поля гудят от боевых кличей, от нашей нерушимой воли!
тебя ныне смотрит Шор. Срази Алдуина. Разорвись. Мы не сможем биться с врагом в тумане! Чистое небо! Объединим наши крики! Мы должны развеять этот туман! Люк! Готово! За его силе! Неужели мы обречены? Крепитесь! Сила его угасает! Еще раз, и мощь его будет сломлена! Власть его рушится! Не останавливайтесь! Люк! Такого! Авангард очищен от пут его сломанных. Вечно будут в чертогах Шора петь об этой победе. Но твоя судьба не здесь. Когда дни твои завершатся, я, быть может, вновь радостно приветствую тебя и позову на пиршество. С
Слава драконорожденному! Славьте его великой славой! Отсрочка для Алдуина закончилась, и наш давний долг ныне оплачен. Долгая ночь завершилась. Даже здесь, в сонме героев, немногие могут похвастать таким подвигом. Какая слава! Сами боги могут позавидовать выпавшей нам чести. Я буду ждать, друг, когда ты снова вернешься в зал Шора. Ты окажешь нам честь, когда вступишь в ряды воителей Совнгарда. Мгла развеялась! О, славный день! Пожиратель мира мертв! Путь отныне свободен! Когда захочешь воссоединиться с живыми, только скажи, и я отправлю тебя обратно. Не задерживайся, смертным не место в стране мертвых. Пожиратель мира мертв! Путь отныне свободен! Когда захочешь воссоединиться с живыми, только скажи, и я отправлю тебя обратно. Возвращайся в Нирн с даром повелителя моего Шора, криком, который в час нужды призовет тебе на помощь героя Совнгарда. Сурут фур канорен. Двакин лус октавакри. Thank you.
Нам нечего сказать друг другу. Способность прощать имеет свои пределы. Мы слышали вести из Вайтрана. Тебя унес из города дракон. Это как-то слишком даже для тебя. Раз тебе удалось выжить, значит, у тебя добрые вести. Великие боги! На такие добрые вести я даже не рассчитывала. Когда я увидела тебя на пороге своей гостиницы, я и представить не могла, куда это нас приведет. К драконам из легенд. Совнгарду. Будь их воля, они бы заставили тебя сидеть на своей горе да говорить с небом. Или что они там обычно делают? Седобородые так боятся силы, что не используют ее. Подумай. Пытались они остановить гражданскую войну? Пытались бороться с Алдуином? Нет и нет. И они страшатся тебя, твоей силы. Поверь мне, не нужно бояться. Подумай о Тайбере Септиме. Думаешь, он основал бы империю, если бы слушался Седоборода? Пророчество сбылось. Я знал, что ты сможешь. Я верил в тебя, и все же я не думал, что доживу до этого дня. Спасибо. Спасибо тебе, Девакин. Твои деяния нельзя переоценить. Да? В чем дело? До свидания. Тебе что-нибудь нужно?